отгорная, тепло идет, и как металл горячий на тебя дышит. Мне это очень нравится. Человек, он создан для того, чтобы трудиться. И в труде черпается радость. Я в будущее верю не только Украиной, а всей земли. Все-таки наступит хорошее время, где люди будут жить счастливо и радостно. Я желаю людям, которые переехали из зоны боевых действий, чтобы они не боялись проявить себя. Стучите, и вам откроют. Ищите, и вы найдете.